Кинологический спорт не про собак, он про людей. Про тех, кто готов быть рядом, учить и, конечно, брать ответственность сразу за двоих. В Барнауле прошло первенство края по кинологическому спорту. Комбинированный триал, фристайл и аджилити. За звание лучшего соревнуются более 30 спортсменов. Наш герой Константин Калагуров. Со своей собакой по кличке Арчибальд познакомился 2 года назад. С тех пор постоянно вместе. Поначалу, конечно, с ним ничего не получалось. Так. Но тренировались. С чего начинал? Начинал с простых команд, таких, ко мне, рядом, голос. Во время дисциплины agility Косте даже пришлось догонять Арчи. Собака проходила барьеры без проблем и сходу, а вот 100-метровка оказалась менее удачной. Как сказали судьи, не выдержал. Попасть на соревнования, как перелезть барьер, знаний и навыков. Сегодня собаководы должны знать, что такое собака, уметь ее выдрессировать и социализировать. В наше время далеко не каждый хозяин утруждает себя подобным. Последствия такого отношения – улица и стая бездомных. Но эти соревнования – как попытка изменить ситуацию. Нам хотелось бы создать такую инфраструктуру, да, вот кинологического спорта в городе и в крае даже, да, чтобы, во-первых, люди могли в шаговой доступности прийти, как бы, ну, начать как бы заниматься каким-то спортом с собаками. Мы сейчас реализуем проект вот при поддержке фонда президентских грантов. И он именно направлен на профилактику бездомности. Мы, как вы видели, то есть специальная собака по поиску наркотических веществ и оружия. То есть поиск оружия, боеприпасов. То есть ты куда-нибудь на границу хочешь? Да, хотелось бы на границу куда-нибудь. По итогу эта дружба получила золотой оттенок. Костя и Арчи стали первыми в дисциплине комбинированный триал. Их успех, кстати, может повторить каждый. Сегодня Федерация кинологов готова заниматься и с простыми любителями собак. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком.